Такие дела и такие зрелища мы наблюдаем уже на протяжении 2 недель. Село Верхняя Эконь Комсомольского района. А все потому, что у нас сжигают свиней от африканской чумы. Они не нашли больше нигде места, как сжигать их в пределах поселка. Куда жаловаться, скажите, пожалуйста. Свалка перед Богородским. Мне не показалось, на самом деле, я остановился, проезжая на машине. Трупы свиней вот брошены, так нельзя их бросать. До Богородского 5 километров.